Телеканал КРТ представляє. Звертаюся до головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, який своїм грьобаним карантином знищив малий і середній бізнес. Віктор, не позорь фамілію. Якщо в тебе є совість, іди в відставку, а краще... Вот так. Значит, Ляшко пошел, вот, он же этот? Такой, вот этот, депутат, бывший, да? Он же человек, который был как-то по касательной, работал с тем, что связано с законодательством. Да. Ну, рядом он с этим был, по касательной, да. Это хорошая формулировка. Так вот, очень интересный, он пошел сейчас неправильным путем, вот он пошел политическим путем. А я бы ему советовал пойти правым путем. Каким образом? Ляшко – это бренд. В Украине. Он его забрендировал. Поэтому второй Ляшко, когда пошел на должность главного санитарного врача, не спросил первого Ляшка, можно ли ему оставить свою фамилию. Кстати. То, что он оставил себе разбрендированную не им фамилию, распиарен, а денег сколько вложено, сколько вот этих... Коровы ходили под Верховным Советом ради этой фамилии. Земля съелась этой фамилией, понимаете? Он на основании этого подать в суд о ликвидации Ляшко. Как говорят, вот, ты откроешь, если фирму сейчас Microsoft, тебя сразу засудят, ликвидируют тебя как юрлицо. Ликвидировать Виктора Ляшко как физлицо. Ликвидировать. И отправить к Третьяковой. Стерилизовать. Ну, потому что некачественный Ляшко. Ну-ка, нет, фейк вообще. Фейковый Ляшко. На второй день после карантина. Любой гражданин Украины четко мог сказать фамилию главного санитарного врача Украины. Если бы у него была фамилия главного санитарного врача не Ляшко, о, не то Ляшко. Его... Лже-Дмитрий! Мне кажется, надо так... Лже-Ляшко! То его бы никто не знал. Серьезно, Лже-Ляшко надо назвать. Не Ляшко. Не Ляшко? Не Ляшко, просто... Да, кстати. А самое главное, вот и вот этот Виктор Ляшко, он неправильно построит свою... предвыборную кампанию на мэра Киева. Объясню, как он должен... Он как построил? Что он эффективный борец с коронавирусом. Да. А все видели, что неэффективный. А он, вот я бы на его месте ему посоветую, сейчас бесплатно даю ему, как это сделать. Он должен сказать так. Он нас видит. Киевляне, за меня не проголосуете? Объявлю жесточайший карантин. Вот так, под через угрозу. И с вилами такая. Хотите вот это вот после 10, до 10:30 в ресторане кофе пить? Голосуйте за меня. Нет. То есть сразу жесточайший карантин. Сразу с да, закрою все. Подъезды забьем. Вот это хрест нахрен. Забьем подъезды. Из подъезда не выйдет. Будете вот это, как итальянцы, шампанское, вот это, помните, да, улица да. На улице известная, да. Будете вот так веревочку сбрасывать, и будем вам вот это продукты так передавать. Да. Вот он должен через угрозу и все. А то он, я эффективен. Ну, он эффективен. А вертолетная вот, доставка. А, это, кстати, запугать киевлян, сказать вот, и либо я... Страхом. Да, и все, страхом. Да, иначе, ну, он получилось карантин. У него в парке, чтобы люди не ходили. Да, у него, он тут эффективен. А он сейчас идет в неэффективное поле обещания киевлянам благ. Ну, он обещатель, и его тезка Олег Ляшко, Олег Ляшко больше может пообещать, правильно? Он каждому по велосипеду пообещает, чтобы все были как голобородые. Опыт, не он больше. Молока увеличит. Он, да, он не, Виктор, столько нет у него такого воображения. Сколько можно пообещать киевлянам? Поэтому только... Страхом взять Киев.